С добрым пятничным утром. Мы поздравляем всех наших самых ранних телезрителей. В эфире программа «Утро на СТС». И мы заканчиваем эту рабочую неделю вместе с вами, дорогие друзья. Ну, там, где заканчивается неделя, конечно, начинаются сразу же выходные. И мне кажется, что такие же рабочие выходные в плане того, что усилий надо прилагать не менее, чем во время рабочих будней. Потому что в выходные нужно уделить время родственникам, близким, ой, спасибо, детям. Спасибо, что вы помните. Да, да, представляете, да. То есть работа еще больше. Надо обязательно сходить на интересные мероприятия и события, которые проходят, а в нашей столице, например, слава можно Богу. Я вот как раз вот скажу о том, что будет завтра. Завтра вся столица превратится, ну, не вся столица, а самый центр нашей столицы превратится буквально в такой олимпийский городок. Дело в том, что в 9 часов утра на площади перед Национальным театром оперы и балета будет дан старт забегу на 3,5 километра в 11 часов, а в 9 часов начинается Олимпик Фест, который проходит в Молдове уже в 23-й раз. Этот фестиваль даст возможность всем жителям, гостям столицы, в принципе, выбрать тот вид спорта, который им больше нравится. Всевозможные мероприятия пройдут прямо на площади Великого национального собрания. 12 тысяч футболок будут подготовлены для всех участников, поэтому берем все семьи, мужей, жен, бабушек, дедушек, детей и все вместе встречаемся в центре. Да, ну а после этого, конечно же, изрядно проголодавшиеся, вы наверняка посетите еще одно мероприятие, которое называется «Фестиваль барбекю». Это уже тоже не первый год проводимое мероприятие, и хочется отметить, что наша команда, команда программы «Утро на СТС» и вообще команда СТС будет принимать участие. Мы приготовили ряд сюрпризов для всех зрителей, для публики и аудитории, так что не только будем вкусно готовить и угощать, но и удивлять. Это тоже состоится у нас в эти выходные. Ну а воскресенье вообще грандиозная битва стилистов, так что результат, я думаю, тоже огласим и в нашей программе. Ладненько, друзья, поговорим все-таки. Да. Все начинается с прекрасного, с красоты, поэтому наше утро начинает прекрасный сюжет у компании «Орифлейм». Природа создала немало продуктов, которые помогают в таком сложном деле, как поддержание здоровья, жизненного тонуса, стройности и привлекательности человеческого организма. Но ученые постарались и расширили полезный ассортимент, создав биологически активные пищевые добавки. Насколько обязательна эта составляющая в рационе современного человека? Какую роль играет питание в нашей жизни? На этот и многие другие вопросы можно было получить ответ на научном семинаре Wellness at Oriflame, который прошел 11 апреля. Серия Wellness by Oriflame была разработана в Швеции на основе новейших научных данных в области здорового питания. Специалисты, принявшие участие в разработке новых продуктов, это всемирно известные доктора, специалисты в области клинической медицины и здорового питания. Богатый практический опыт, широкая теоретическая подготовка и изучение новейшей научной литературы сделали их авторитетнейшими экспертами в вопросе сохранения молодости, красоты и отличного самочувствия. Пробую здесь кувенту Wellness. Este compus din două cuvinte, well-being și fitness, ceea ce înseamnă în mod sănătos de viață. Собственно говоря, слово wellness состоит из двух слов – well-being и fitness, что включает в себя здоровый образ жизни и физическую активность. Компания Oriflame, которая давно работает с косметическими продуктами, задумалась, что здоровье и красота идут изнутри. И в результате 5 лет назад создала серию продуктов Wellness by Oriflame, которая каждый год пополняется новинками. На сегодняшний день, когда продукты, которыми мы питаемся, не всегда можно назвать полезными, когда мы не получаем все необходимые витамины и микроэлементы, появилась продукция, которая позволяет нам жить полной жизнью, быть в тонусе, быть энергичными и поддерживать себя в форме. Это все мы можем получить благодаря серии Wellness. Интересный факт. Каждые 5 секунд в мире продается один продукт Wellness, и за последний год объем продаж превысил 6 миллионов единиц. Fiecare 5 secunde în lume se vinde câte un produs Wellness by Oriflame. Și anual noi vindem peste 6 milioane de produse. Эти продукты являются идеальным решением для тех, кто желает снизить вес без ущерба потребления полезных для организма витаминов, минералов и антиоксидантов, а также для тех, кто желает сохранить свой вес в норме, при этом укрепить иммунитет. Позитивное мышление – еще одно немаловажное условие в достижении поставленных целей. Более того, продукция серии Wellness – прекрасное дополнение к детскому рациону, ведь известно, что для растущего организма ребенка витамины и минералы необходимы. Wellness – витамины для детей. Производится только из натуральных ингредиентов и соответствует высочайшим стандартам мирового качества – GMP. Преимущество наших витаминов заключается в том, что они содержат в себе 13 наиболее важных витаминов и 8 минералов. Wellness Kids состоит из двух составляющих – это мультивитамины и это омега-3. Мультивитамины, сладкие на вкус, имеют очень приятный цитрусовый аромат
И очень, детки их очень любят. Омега-3 является строительным материалом для мембран клеток, которые не вырабатываются самим организмом. Поэтому эти жирные кислоты называются незаменимыми. Если ребенок получает все в достаточном количестве, он гармонично развивается. Только здоровый человек может быть по-настоящему красивым. Если вы хотите хорошо выглядеть и чувствовать жизненную энергию, прежде всего позаботьтесь о себе изнутри.